Он живет и работает в заснеженной высокогорной долине на высоте 2700 метров. К нему приходят за письмами чабаны и табунщики. Но чаще всего он спешит к своим адресатам сам. Адресаты разбросаны друг от друга на большие расстояния, и некоторые из них живут у самого Поднебесья.
16 лет делит он трудные версты с Афанасием Кузьменко. Иногда им приходится расставаться на каком-либо зимовье из-за бездорожья. И поэтому самые сложные километры достаются ему. Не всегда у него есть время зайти к кому-нибудь отогреться. Как вот сейчас, когда нужно доставить в отдаленное урочище срочную телеграмму. Спасибо, Касыкин. Хорошая весть привез. Я-то думал, ты как героя получил, только на почте сидишь, конвертами торгуешь. Вот мне уж скоро 86, а я со своими ребятами все табуны гоняю. Выпьем за приезд вашего сына. Қатшасам саға қадырдаш,
Қатқырғой нап күлдәдің ай, Түркен бір күліден өтет алтын бар. Ей, қатшасам саға почтодан, Бізді қапалуды қылып қошпығын. Қалқымызда көбеткен ай, Түркен байқасам өкөбізген оқшын. Жылған жұртым аманбы, жалпың айтамын саламды. Көрінің айтар кез келдің, ата жақсы менен жамандың. Вот так всегда. Оставив кому-то радость, уходит он навстречу новым людям, навстречу новому дню.